Опять она разперлась. Да. Крой себе такой дверь. Так. В аду мы уже побывали. Здорово, богач. Сегодня надо найти крепость. Ну что, надо готовиться и идти. Всем здорова, дорогие друзья. И сегодня у нас новая серия выживания. Сегодня мы отправим снова в ад. Мы уже третий раз туда идем. И все. Ой, больше ничего сказать не могу. Так, главное не свалиться, Так, у нас все, у меня абсолютно все сломано к чертям собачьим. У меня просто все сломано. Все сломано. Ядрём батон. Я когда-то точно сдохну так. Я буду сюда. Надо будет, наверное, за железом вообще сходить. У меня вообще дерево. Ядрём батон. У меня даже нет дерева. Нормально. Так. Сейчас надо быстренько добыть тут дерево. Вот это вот. Мы сделаем дерево, добудем дерево. Так, Тут мы сделаем себе золотые. Давайте вот это вот. Все. Теперь нас пиглины трогать не будут. Это уже отлично. А сейчас пока что мы отправимся на поиски крепости. У меня как бы есть 5 эндерперл. Как вы понимаете, мне нужно больше. Чтобы пройти Майнкрафт. Это второй сезон, я напоминаю. Это второй. И все. Угу, вон. Что такое, ладно. Так. Так, ходячее мясо. Мы вон туда вон не ходим. Не. Эти звуки Майнкрафт всегда. Всегда пугали. И идем. Идем. Сегодня нам надо реально найти крепость, чтобы. Хрен, на сен там катать. Да он пока. Я тоже хочу. Так, подожди, как нам? А, подожди, у нас же есть вот это, да, насколько? На 3 минуты! На 3 минуты, господи, не-не-не. Я ее использовать не буду, но где-то здесь, да, тут вот его обойти можно, это уже хорошо. Сейчас мы здесь обойдем. Да, я понимаю, там все на зомби катается. Ну, по кайфу. Но самое плохое, то, что у нас нет вот этих вот скорость души, это вообще фигово. Скорость души-то нам нужна. Так, наверх, наверх. Надо плыть наверх. Так. Так. Нам нужно здесь Только не эти грёбаные скелеты. Нет. Не трогайте меня. Уходим. Нет, отстаньте от меня, собаки. Нет. Я не дам пройти вам. Нет. Вы что, гоните? Тут сколько скелетов? Тут просто миллион! Я сейчас сдохну. Я просто сейчас сдохну. Как лох какой-то. Это что такое? Господи! Только не ты, собака. Не трогай меня. Не дам. Собака. Ща. На. Все, исчез куда-то. Все, убежал. Так. Фигово все, у меня мало жизни. Я сейчас, возможно, сдохну. Интермен. Надо наверх. Черт. Все, я сейчас сдохну. Я отвечаю. Одно сердечко.
просто кобздец, конечно. Куда вообще бежать? Вообще я не понимаю. Везде какие-то тупики. Слабо, что какой-то крестик. Я просто чуть уже пару раз чуть не сдох. Я отвечаю, я этот биом, вот этот в аду, ненавижу его, всей душой ненавижу. Я его на всякий случай еще грохну. Потому что я не хочу как-то подохнуть. На, давай, перестрелку, давай. На. Чё? Ни хрена себе! Ребята, это бастион. Это, мать твою, бастион. Ядрём потом здоровый. Там же есть, может быть, на зе... У меня хоть блоки есть? Да, нет. А, что? Что? Какого? Это по-любому сделал, ребята, Гаст. Я не понимаю. Я его даже не слышал. Это что такое было сейчас? Я так пересрался, если ты подумал. Так, вот теперь самая главная проблема, как мне туда пробраться. Потому что это, я знаю, по-любому будет очень сложно. Сейчас мне опять надо туда плыть. Я уже, наверное, забыл, куда тут идти. Вообще, куда здесь идти? Я вообще не знаю. Я вот так вот что-то тут ходи. А, я вон туда пошел. Я пошел вон туда. Так, все, побежали. Вот здесь вот. Вот. Да, это то самое место, где... Здорово, братаны. Я свой. Я же помню, что меня заперду. Сейчас надо добыть там чуть-чуть блоков. Очень чуть-чуть. Там может быть, ребята, кусок на зыбе. Или какая-нибудь крутая книга. На блоков, можно сказать, что до хрена по-другому это не видно. Все, думаю, вот этого хватит. Там, ой, ребята, мы, я вот об этом бастионе, когда мы нашли первого бастиона, говорю, там есть и больше бастион, где можно найти такие ценные предметы. Просто обожрешься. Это по-другому никак не называется. Как будто здесь это. Пидим. Так, так. Я нашел бастион. Бастион. Там вот я как говорю, там можно и алмазы. Хитрый. Ребята. Мы разбогатеем еще сильнее. Это просто. Так, у меня тут в телеграме это. Только не это. Ну нет, не только я. Я не на. Я отвечаю, я этого Гаста свистнул. А, вот сюда вот я. Да, вот сюда я шел. Все, запоминаем места, запоминаем. Почему звуков от него нет, у меня вопрос? Тут Гост уже бесит. На! Особенно, не знаю, что. Все, валим быстро. Не, тут ты меня бесишь уже! Ты везде, что ли, или я не пойму? Как это вопрос? У меня возможно... Что ли?
Просто гонят. Их тут нереально просто много. Надо этого пристрелить, по-любому меня встрелят там. Что-то еще сделает. Я в этом прям уверен на все 100. И на того я на всякий случай... Да, блин, не попал. Бастион здесь, конечно, умалец. Сань, ты от меня... Нет, только я его пристрелю. Я, ребята, его пристрелю. Я все души не могу стрелять. Да, блин, как тебе попал? Ты уйди косой. Конец. На. Готов. Них, ой, там я уже что, снук или что вижу? Так, я уже вижу вон пиглин. Пос... Ой, ребят, ой, ребят, мы разбогатеем еще сильнее. Так, сейчас нам надо будет пробираться. Как-то вот. Вы что, гоните? Я полностью решил, что я выпью вообще зелье огня. Я для начала до туда вода строюсь. Выпью зелье стойкости и до туда вода доплыву. Я не собираюсь этого терпеть. Я просто... Я сейчас просто снова упаду. Я не знаю, что с собой сделать. Я просто себя просто не знаю. Обосрусь. По-другому это никак не будет. Это так сейчас тупо я сдох. Я так тупо сдох. Гравит не упадет-то хоть. Так, ну смотрите, он типа... Нет, здесь нормально. Я тут, тут... Давайте еще чуть-чуть тут простроим. Что? У меня сейчас один вопрос. Что это сейчас было? Я просто сейчас шел. Да, это магма. Я, конечно, просто хотел просрутить мне. Ладно, все. У меня она на 3 минуты, но... ну хватит, должно. Че, поплыли. И... Где, куда вообще? Поднимитесь наверх. Наверх, я не вижу ничего. Что? Какого черта это сейчас было? Это что было? Почему? Так, плывем. Ай-яй-яй. Так. Делаем вот так. Все хорошо, ребята. Все отлично. Давай. Да блин, поставься. Так, вон мы уже так. Привет, пигли. Охренеть, он здоровый. Фух, так. Надеюсь, там еще будет зелье огнестойкости. И... Опа. Давай. Отлично. Мы здесь. Сразу же. Так, иди заблокируй проход. Да, так. Вот здесь заблокируй проход. Да ну вас память, знаете, да ну вас. Как бы пиглины, если я открою сундук, они сразу все на меня. Я их знаю. Так вот, ребята, все. Етрюмба. Ама. Заберем. Цепи, думаю, то. Так, давайте выбросим какие-нибудь полезные предметы. Они мне тут вообще не нужны. Так, хорошо. Сегодня серебро, наверное, долго снова будет. Хорошо. Я начинаю ломать им тут здание. И это плохо. Они этого не... Блин, где здесь вообще... Не здесь. Здорово. Не видел тут сундуки. Вот и я так понял. Я пробрался прям в главную. Они прям... Они... Ух, ни хрена. Чё у вас тут такая банда? Я не пойму. У вас тут что, туса какая-то или что? У них прям тут вообще, ребята. У них прям кобздец тут какой-то. Вы посмотрите, тут сколько пиглинов. Чего вы тут ходите все?
Я просто к вам в гости пришел. Господи, чего так тут много? Нормально даже пройти невозможно. Самое страшное это внизу. Там вообще конкретный кабздец, мягко сказать. Нет. Как ты меня сейчас обосрал? На. Что с тобой? Но они на меня не атакуют, потому что как бы вот эти лихоглины это не их, это же не их, так скажем, братья. Ай, говно, говно. Гоза, я так сейчас пересрался, отвечаю. Фу, я просто, я сейчас сдохну. Так, ты нормальный парень? Все, красавчик. Ты обосрал меня, блин, что-то ударил. Вот нормальные парни, ребята, вот нормально, вот с ними мы... Там туда вот я не пойду. Там у нас находится очень хороший хрюшка. Или это снова какое-то говно, я не пойму. Или это одно и тот же. Я что-то одного понять не могу. Так, все, вроде ко мне никто не может. Так, все, здесь на всякий случай. Ой, ни хрена себе, я даже не заметил. Ну, здесь на всякий случай тоже заблокируем. Открываем и хидарю батон. Соберем получше все, может пригодится, не знаю, как он нам пригодится, конечно. Надеюсь, это не опять какой-то бомжатник. То, что у меня щит сломался, это вообще фигово. Конкретно. Так он сейчас там, возможно, сдохнет. Ну нет. Блин, как он вообще же выжил? Здесь же вообще, кстати говоря, должен быть сундук, нет? Ну, вот здесь... Блин, да опять какой-то бомжатник, или мне кажется? Там брутальный пиклин, который очень хороший. Нам надо прямо на самый верх. Золотой блок вижу. Убиваем. Не даем. Отлично. Сундук. Блокируем мы здесь все. Так, все блокируем. Все тут готово. Теперь сделаем. Ни хрена себе, тут дыра у них. У них прям тут дыра. Золотой блок. Ну, не знаю, нужен ли нам золотой блок, потому что мы в бастионе, мне так кажется, мы и так до хрена идем. Ой. Нормально, так стрелу тоже заберем. Хорошо. Так, хорошо, пока. Все отлично. Прям вообще все отлично. Меня. А, это тут сундук, блин. Мне надо прям на самый-самый верх. Нет, бастион я ломать не буду. Я думаю, понять, что будет, потому что эти пиглины не... Он упал, походу. Я прям под... Мне прям уже под сейчас скоро время потекет. Как это еще можно назвать? Потечет. Кстати, у них только тут один, я заметил. Бегает. Другие ему вообще помогать не хотят. Он, блин, тут один сражается. Свою семью, так скажем. А ему никто не помогает. Бедный, брутальный пикник. Заделаем эти дыры.
Куда вообще плыть здесь у вас? Я не пойму, где у вас тут все вообще? Все как-то поломано. Вообще ничего не понятно. Ролик, наверное, прям сегодня прям долгий-долгий будет про выживание. Потому что, ребят, тут бастион-то здоровый. Все, не знаю. И дрём потом. Да? Здорово. Это... Чё так меня обосрал сейчас? Я обосрался. Не могу, я уже ударил. Меня бы все обосрали. Вообще сказать, чё, офигеем. Конец. А, вон наверх. Тьфу, блин. Вон, походу, наверх. А это думаю, куда идёт ты вообще пос идти? Вот где наверх, да? Да, здесь по... А-а-а! У них тут завалено все. Тьфу, блин. У них тут завалено в случае. У них, наверное, все остальное вон там. Будем копаться, чуть-чуть делать. Мне такая, потому что здесь вот проход, смотрите. Вот видите, вот ты поднимаешься, тебе вот сюда прям ведет. Скорее всего, так и надо. Да? Так, еще. Нет, подожди, я что-то запутал. Надо подняться наверх. Надо наверх подняться. Так. На вроде как. Да. Вот. Вот самое главное их, походу, мест. Трион потом. Так, здорово все! Два сундука здорово. Это их самое охраняемое место. Я так понял. А, тут один сундук. Короче, два сундука. Блокируем. Все блокируем. Абсолютно все. Даже деревом жертвуем. Жертвуем абсолютно всем. Потому что если хоть один сундук открою, они на меня все просто сожрут. Круто. Хорошо, пока идем. Мне вроде нигде не должны больше, да, пробраться. Но все равно. Смотрим. Здесь вот так вот забыла. А, нельзя. На всякий случай. Ну и здесь. На всякий, как говорится, случай. Ну все, больше ко мне никто не должен. А хотя, смотрите, здесь можно забраться. Я думаю, сейчас мы быстро. Гитарион. Скорость. Ну, короче, бам, жатник, как всегда. Как всегда, бомжатник. Ладно, мы не будем брать. Так, вот же еще я забыл. Ух, ни хрена себе. Тут он за... Ой. У нас железо даже... Ой, зашибись. Так, подожди. Хорошо, у меня 50... Ой, у меня 51 стрела. Но мне так кажется, это еще не конец. И у меня прям такой чис. Видите, как их там много? Они что-то то охраняют. Но что-то у них, наверное, что-то наверху. Если я, конечно, не ошибаюсь. У вас что-то есть наверху? Нет? У вас ничего нет наверху больше? Ну, короче, это тот самый... Короче, помните, мы в какой-то там серии были в первом особняке? Это, короче, тот другой. Короче, тут что-то такое же бомжатник есть, там и больше. Так что, ребята, все. Вот такая у нас серия. Не забудьте подписаться. Кстати, так, нажать на колокольчик. Если, ребята, что-то, я там что-то пишу в комментариях. Все, всем удачи, всем пока. Мой телеграм, ссылка в описании.